Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий», в которой мы расскажем об астрологическом прогнозе с 10 по 16 апреля. В начале выпуска мы продолжим знакомство с Овном. Все самое интересное об этом знаке зодиака расскажет астролог Янина Балашова. Овен – символ знака зодиака Овен – два барана, которые стоят, упираясь друг друга рогами в землю. Люди, рожденные под этим созвездием, смелые и отважные. Это все вследствие влияния планеты Марс, планеты лидеров и воинов. Представители огненной стихии энергичны, благородны, импульсивны и нетерпеливы. Эти люди любят конкуренцию и стремятся к победе. Они защищают и заботятся о более слабых. Люди, рожденные под знаком Овна, никогда не задумываются о последствиях. Их девиз – зачем ждать? Надо действовать, стремиться, бороться, бежать. Окружающие часто в нем видят капризного и ревнивого ребенка. Его интересы значимы для него. Овны и мужчины, и женщины схожи по характеру. Люди этого знака – прекрасные организаторы, спортсмены, врачи, полицейские и военные. Представители огненной стихии – хорошие исполнители. Также они легко поддаются обучению иностранным языкам. На этой неделе звезды советуют Овнам позволить другим принимать ключевые решения. И не переживайте, что кому-то это может показаться слабостью. Наоборот, тот факт, что вы доверились знающим людям, убедит окружающих в вашей мудрости. Тельцы, вы справедливо гордитесь своим ясным умом и способностью досконально все продумывать, даже в самых сложных ситуациях. Однако на этой неделе Луна в вашем знаке может спровоцировать такие чувства, справиться с которыми будет сложно. Но эти эмоции сбалансируют вашу рациональную сторону и помогут принять верные решения. Наполеоновских планов близнецам на этой неделе лучше не строить. По-настоящему к делу удастся приступить лишь в начале следующей недели. И семейным, и свободным ракам звезды поставили важную задачу обустроить свой домашний очаг, так, чтобы дом стал крепостью, причем уютной и комфортной. Середина апреля – удачное время, чтобы заняться ремонтом и поменять интерьер. Львам большую часть времени на этой неделе предстоит трудиться, и о романтических приключениях пока лучше не думать. Правда, есть вариант совместить приятное с полезным. Можно подключить возлюбленных к своей работе. Ближайшие 7 дней энергия у Дев будет бить ключом, так что удастся переделать кучу дел и при этом оставаться бодрыми и полными сил. Во всех делах прежде всего установите, что для вас главное, с этого и начните. Такой подход наилучшим образом отразится на работе и внесет положительные перемены в личную жизнь. На повестке недели у весов дела домашние и семейные. Близкие, друзья и знакомые будут остро нуждаться в вашей заботе. Вы поймете, как нужны окружающим, и ощущение востребованности даст вам мощный жизненный стимул. На этой неделе скорпионы прекрасно справятся с ролью серого кардинала. Более того, именно находясь в тени, вы сможете действовать более эффективно, чем на авансцене событий. Первая половина недели для стрельцов – отличное время, чтобы привлечь на свою сторону нужных людей. Займитесь поиском компаньонов и единомышленников, в команде с которыми вы максимально быстро достигнете поставленных целей. В личную жизнь козерогов ворвется ветер перемен. Возможно возобновление давних любовных отношений, неожиданная встреча или воссоединение после долгой разлуки. А может и переход из виртуального общения в реальное. Все эти события сделают вас счастливыми и благоприятно скажутся на будущем.
Для водолеев эта неделя открывает неограниченные возможности. Вы получите прямой доступ ко всему, что раньше было за семью печатями. Так что берите бразды правления судьбой в собственные руки и действуйте. Рыбам звезды обещают интересные встречи. Только при первом знакомстве не раскрывайте все карты. Меньше говорите и больше слушайте. И не спешите высказывать свое мнение по тому или иному вопросу. Сейчас к вашему берегу будут причаливать земные и практичные люди. Поверьте, это то, что вам нужно. Вот такую интересную неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!